Сегодня нас пригласили в Центр разработки «Катюша IT» для того, чтобы увидеть первую в России систему управления печати, построенную полностью на российских компонентах. Политика импортозамещения в госсекторе предусматривает переход заказчиков на российскую продукцию, доля которой с 2022 года должна составлять не менее 60%. Принт-сервер «Катюша» производится на базе материнской платы «Эдельвейс» под управлением операционной системы «Astra Linux Новороссийск» с предустановленным ПО управления печатью, мониторинг и защита на российском ядре, разработанном в «Катюша IT». Сердцем системы является процессор Байкал M1000, построенный на новой ARM-архитектуре. Использование такого решения позволяет добиться высокой производительности при большей энергоэффективности по сравнению с архитектурой X86. Принт-сервер «Катюша» упрощает переход на отечественные программные и аппаратные решения, так как специально разработан для работы как с зарубежными операционными системами семейства Windows и Linux, так и с российскими. Принт-сервер «Катюша» совместим с МФУ и принтерами ведущих производителей, а перенос ядра на ARM-архитектуру позволил получить полностью российский продукт, надежно защищенный от утечек данных, вирусов и хакерских атак на данные пользователей. Также важными преимуществами решения является возможность оперативно дорабатывать продукт под нужды заказчиков и служба технической поддержки от «Катюша IT».